люди очень отделены друг от друга. И в этом смысле мы не страна, а территория. Вот посмотрите, такой был яркий пример с Фургалом, когда Хабаровск столько времени бунтовал. И тогда народ следил за этим. Ну, конечно, многие следили за этим, и вроде бы как бы было внимание, сопереживание и так далее. Но на самом деле нет. Следили как за спортивным матчем. Кто победит? Вот смогут они или не смогут? Это было действительно ужасно интересно. А вот сопереживание тому, что людям в Хабаровске просто в рожу плюнули, понимаете, вот всем, да, они выбирали этого Фургала. Этого самого Фургала взяли, повязали вот вообще и поставили им какого-то клоуна абсолютного, ну, совершенно уже клоуна, да. Вот такого сопереживания не было, не было, и сейчас нет.